Роял. Здравствуйте, уважаемые коллеги, добрый день. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, чтобы все меня хорошо слышат и видят, чтобы могли проконтролировать технические моменты. Отлично, благодарю. Всем добрый день еще раз, добрый день. Ну что ж, если мы не видим минусов, у всех положительное настроение и плюсики в чате, самое время начинать, самое время, чтобы зажечь самые яркие звезды Средиземного моря, отели Max Royal. А на самом деле с отелями Max Royal невозможное становится возможным, и Наталья Водянова уже несколько лет поддерживает это мнение, являясь нашим лицом. Отели Max Royal не похожи один на другой. Ассоциирующийся с полумесяцем, изображенным на турецком флаге Max Royal, Белек по территории как половина княжества Монако и обворожительный романтичный гранд-бутик-отель Max Royal Кемер. Сегодня мы с вами узнаем, что у них общего и чем каждый из этих отелей отличается. Дело в том, что заботимся мы о наших гостях, начиная с даже в аэропорту. Абсолютно для всех гостей на вылете предоставляется услуга CIP-лаунжа и также фаст-трека, именно для международных вылетов. В том числе, если гости выбрали для себя отдых на виллах Owner и Presidential, при проживании от 7 ночей совершенно бесплатно предоставляется услуга трансфера на вертолете. Все наши гости, единожды посетив отели Max Royal, присоединяются к системе программы лояльности Max Royal Member и непосредственно могут использовать скидки на последующие свои проживания и на все услуги отеля при последующих посещениях. Что касается вопросов, хочу сразу оговориться, что сейчас мы проведем с вами презентацию, и в конце наши представители Annextour, благодаря которым сегодня мы с вами собрались, предоставят мне все вопросы и ответим на них более детально. Что ж, давайте продолжать. Уникальность наших отелей заключается абсолютно во всем. Например, вы можете стать творцом своего отдыха благодаря ароматам «Четыре стихии», ассоциирующиеся с землей, водой, огнем и воздухом. Выберите понравившийся аромат, положите его в пустую пятую ячейку. Именно так будет благоухать ваш номер на протяжении отдыха. Наши Max-ассистенты — это персональные помощники, которые абсолютно для всех наших гостей предоставляются, чтобы решить вопросы и пожелания наших гостей максимально быстро, максимально оперативно. Заботимся мы в наших отелях Max Royal и о сладком сне наших дорогих гостей. Выберите одну из 5 понравившихся подушек, либо меняйте их хоть каждый день, и тогда сладкий и беззаботный сон в наших отелях вам обеспечен. Еще одной фишкой является коллаборация с всемирно известным шеф-поваром, обладателем звезды Мишлен Альфредо Руссо. В наших отелях Max Royal представлен ресторан «Гастро бай Альфредо Руссо». Данная услуга предоставляется за дополнительную стоимость, но тем не менее возможность посетить этот уникальный ресторан у наших гостей есть. Чтобы ощутить все прелести кухни из-под меню, которое было организовано и создано именно Альфредо Руссо, приглашаем вас и ваших гостей в наш ресторан. Никто не останется равнодушным благодаря этой уникальной подаче блюд, которые здесь предоставляются. Фишки на этом не заканчиваются. Начиная с прошлого сезона, мы заботимся и о коже наших дорогих гостей, предлагая им косметическую марку Bottega Veneta, всемирно известную, еще с прошлого сезона. Еще одним достоянием отеля Max Royal являются наши комфортабельные Max Free Zone. Расположены они в обоих отелях. Гости могут дождаться заселения в номер, либо своего обратного трансфера, при этом в комфортной обстановке расположиться, пользоваться при этом всеми услугами отеля они могут, но если они желают передохнуть, либо принять душ перед заселением в номер, либо перед обратным трансфером, то это возможно с помощью Max Free Zone. Необычно, нестандартно в наших отелях абсолютно все. Здесь хочу обратить ваше внимание, что по левую сторону слайда у нас находится информация по отелю Max Royal Белек, но по правую по Max Royal Кемеру. В
В том числе нестандартного, у нас даже нет стандартных номеров. Минимальная категория размещения представлена сьютами, и при этом площадь их начинается от 80 квадратных метров в отеле Max Royal Bileg и от 100 метров квадратных в отеле Max Royal Кемер. Что касается вопросов, как я говорила, отвечу на них все чуть позже, по окончании нашей с вами презентации. Сейчас проведем, расскажу вам информацию полезную, надеюсь, для вас, ну и затем ответим на все вопросы. Для семей с детками очень удобным является возможность размещения в семейных номерах, которые состоят из нескольких комнат. Ну, а что касается гостей, которые выбрали для себя привилегированный отдых, для них есть специальные виллы в том числе, и также номера категории King Suite. Здесь наших дорогих гостей будут встречать услуги экстра-класса, вплоть до персонального батлера, который встретит наших гостей премиальным шампанским Дом Периньон, либо Кристалл Брют, макси-бар с широчайшим выбором алкогольных напитков. И обслуживание в номер 24 часа предоставляется совершенно бесплатно для наших привилегированных вилл. Кстати, несколько лет назад в отеле Max Royal Bileg у нас была завершена тотальная реновация, в ходе которой были обновлены виллы, и в том числе были добавлены везде возможность подогревания бассейна. Эта услуга предоставляется совершенно бесплатно в отеле Max Royal Bileg, поскольку он работает круглогодично, чтобы нашим гостям было максимально комфортно. Немаловажным фактом является и то, что абсолютно для всех гостей вилл у нас предоставляются павильоны на пляже совершенно бесплатно. Они закреплены за гостями в течение всего отдыха, и гости могут пользоваться данной услугой. Раз уж мы с вами заговорили о пляже, немаловажным фактом является и то, что в отеле Max Royal Bileg вилл павильоны пляжные у нас расположились непосредственно на травяном покрытии, но в Max Royal Кемере непосредственно на песчаном пляже, который в том числе, где и расположились виллы. Хочу отметить еще одну уникальную услугу. Абсолютно для всех наших гостей предоставляется сервис прохладительных полотенец, охлаждающих полотенец на пляже, и в том числе услуга протирания очков. Давайте переместимся с территории пляжа непосредственно в наши рестораны. В отеле Max Royal Кемер хочу отметить тот факт, что нет главного ресторана. У нас есть ресторан Азур 24, который представлен в обоих отелях. Он работает абсолютно круглосуточно, в любое время дня и ночи. Наши дорогие гости могут прийти в этот ресторан, выбрав для себя блюдо с витрины, либо также по меню, при этом насладиться уникальной подачей и атмосферой этого места. Ну, а в главном ресторане Азур отеля Max Royal Bileg гости могут выбрать для себя блюда, которые им предоставят наши повара. Следующая уникальная фишка, которая зародилась у нас в отеле Max Royal Кемер, он является первооткрывателем, является улица ресторанов Азур Корт. Здесь представлены рестораны а-ля карт. Они работают в Max Royal Кемере с самого утра и до поздней ночи. И при этом в отеле Max Royal Bileg в вечернее время гости могут даже миксовать блюда. Тем не менее, да, действительно соглашусь с комментарием, который есть ниже, но на вопросы, как я говорила, отвечу позже, но за вашими комментариями тоже слежу. Что касается ресторанов у нас, Азур Корт, то есть гости могут миксовать для себя блюда, выбрав для себя, например, блюдо из рыбы, также, к примеру, суп из турецкой кухни, ну и какой-то десерт из итальянской. Такая возможность тоже есть. Немаловажным фактом является и возможность гостей отдать своих деток на детскую площадку, которая находится поблизости от ресторанов в Max Royal Bileg, и наслаждаться своей трапезой в спокойной, размеренной обстановке, при этом знать, что их дети находятся под присмотром наших заботливых педагогов-аниматоров. Но родители могут спокойно наслаждаться своей трапезой.
Неотменной фишкой обоих наших отелей является обворожительный J-Lounge. Мы всегда говорим о том, что посещение отеля Max Royal считается незасчитанным. Если вы не посетили J-Lounge, не попробовали коктейль Pornstar Martini, либо Maxtini в Max Блейке, либо не отведали самый ароматный в мире кофе из кофемашины за 10 тысяч евро. И, кстати, у нас в отеле Max Royal Кемер в этом сезоне появился необычный, очень интересный коктейль Old Lady. Дело в том, что ингредиенты этого коктейля определенным образом смешиваются и выдерживаются с помощью консервации. И непосредственно при подаче консервная банка раскрывается, и нашим гостям презентуется этот коктейль. После бара самое время вспомнить и о сладком. Обворожительный ламеланж представлен в обоих наших отелях. Здесь наши гости могут отведать всевозможные десерты самого высочайшего уровня, которые благодаря нашему главному кондитеру Ахмету Кыру готовятся с максимальным вымерением всех ингредиентов, и их качество и вкус остаются совершенно на высоком уровне. Кроме сладостей, здесь также предоставляется и мороженое, которое готовится в нашем отеле, то есть это нашего ручного производства, и также мороженое известного швейцарского бренда Mövenpick. Но для любителей шоколада работает наш потрясающий шоколатье-бар. Здесь предлагается нашим гостям 44 вида бельгийского шоколада, выполненного из премиального какао-сырья Каливат. Хочу задать вопрос сейчас, бывал ли кто-то из вас, либо ваших гостей в наших отелях? Как впечатление? Тогда какие ощущения остались у вас после посещения? Что касается презентации, сразу скажу, что данная презентация у нас нет возможности для скачивания, поскольку какие-то моменты могут меняться. Отели Max Royal не стоят на месте, но ссылку на наш сток официальный и информацию я также предоставлю ближе к концу нашей презентации. Так, бывали все в восторге, отлично, мы еще нет, но будем, отлично, будем вас ждать обязательно. Так, ну что касается инспекции, это более частный вопрос. Его необходимо будет направить нам запросом. Для наших дорогих гостей ночная жизнь также не дает покоя. Обворожительный белоснежный танжерин Beach, который несколько лет назад, также после тотальной реновации, стал еще более прекрасным, но и потрясающий Black Diamond. Наверное, каждый из вас хотел бы стать его частью хотя бы на вечер, и наши дорогие гости отмечают потрясающую упорочительную подсветку в вечернее время, которая создает просто неописуемую атмосферу. И здесь хочу отметить тот факт, что поскольку виллы расположились неподалеку от Black Diamond, казалось бы, их должен беспокоить какой-то шум от ночных вечеринок и так далее, но благодаря специальной постройке этого бара, как видите, он вмонтирован в скалу. Акустика создана таким образом, что наши гости в любое время могут не беспокоиться за свой сохранный сон, и если вдруг они хотят уединиться, их беспокоить какой-либо шум с этого прекрасного Black Diamond не будет. Шум беспокоит и за дамы Евы. Ну, к сожалению, за другие отели ручаться мы не можем, но нам максимально важно, как вы понимаете, и название самого от бренда, самих отелей, Max Royal, то есть для нас максимально важно, чтобы наши гости были довольны отдыхом. Давайте, если уж мы говорили о спокойствии, детям спокойствие не снилось никогда практически, поэтому для них в наших отелях создано целое детское королевство. Да, совершенно верно, Black Diamond в Кемере. На вопросы я отвечу чуть позже, как я говорила. Пожалуйста, Андрей, соберите нам все вопросы, чтобы никто не остался без ответа. Итак, что касается детей, для них у нас в обоих отелях создано целое детское королевство. В зависимости от возрастной группы, от года и до 12, и в зависимости от увлечения детей, дети могут посетить Maxi Land, и от 13 до 17 лет. Всевозможные
комнаты с развлекательными программами и также игрушки. Наши незаботливые педагоги и аниматоры позаботятся о ваших детках, можете не беспокоиться. В Максилэнде помимо развлекательной части представлена в том числе и возможность посещения ресторана. Если вдруг ваши дети проголодались, голодными они здесь также не останутся. Еще одной немаловажной фишкой и отличительными чертами этих отелей является тот факт, что у нас в Максбилеке есть даже стена для скалолазания, парк подвесных развлечений и парк с динозаврами и роботами, которые выполнены в натуральную величину. Ну а на территории непосредственно Максилэнда, в Максском мире, у нас расположился этот потрясающий аквапарк, что является очень интересным фактом. Хочу отметить и нюанс, что Максилэнд у нас работает до 2 часов ночи. Поэтому родители могут вспомнить молодость, отдать своих детей в Максилэнд под присмотр наших заботливых педагогов и сами отправиться в Танжерин Бич, либо Блэк Даймонд. Помимо всего прочего, в наших отелях представлен и лазертаг для любителей цветных развлечений. Здесь для них проводятся у нас периодически также и веселые вечеринки. Гости могут насладиться игрой в лазерный бой, совершенно безопасной, но при этом довольно увлекательной. Кроме того, у нас представлен целый игровой зал, где находятся и бильярд, игровые автоматы и так далее. И это все предоставляется в наших отелях совершенно бесплатно. И по окончании отдыха наши дорогие гости, обращая внимание на тот момент, что их семейный бюджет изрядно они сэкономили благодаря такой возможности в отелях Макс Ройл. Давайте переместимся с вами на территорию СПА. Лазертаг у нас в обоих отелях. Ну что ж, как я говорила, на вопросы отвечу позже. Пожалуйста, Андрей, фиксируйте. Итак, перейдем с вами к СПА. Непосредственно у нас и в Макс Ройл Бирек, и в Макс Ройл Кемер, конечно же, территория СПА представлена. Здесь хочу рассказать вам и о общих чертах, и о их отличительных особенностях. В обоих отелях у нас представлена уникальная аппаратная технология, благодаря которой наши гости могут быстро и эффективно скорректировать свою фигуру, если вдруг они считают, что это необходимо. Эффект краткосрочный, но тем не менее он заметен практически сразу. Такая возможность для них предоставляется. Кроме того, в этом сезоне у нас в отеле Макс Ройл Бирек произошла глобальная реновация, изменение концепции СПА. Теперь он называется у нас Максвелл СПА. И у нас появился специалист аюрведической медицины, привезенный из Индии. То есть если вдруг гости желают не только отдохнуть, но и привести свое тело и разум, и дух в порядок, такая возможность есть, в том числе даже услуги психолога предоставляются в отеле Макс Ройл Бирек. Непосредственно в Макс Ройл Кемере для наших гостей ничуть не меньше дополнительных услуг. Это могут быть и соляные комнаты, всевозможные услуги оздоравливающего массажа. И хочу отметить еще нюанс Макс Ройл Бирека. Дополнительно в этом сезоне у нас мы презентуем японскую марку Farlet, которая единственная в мире награждена Нобелевской премией в области СПА. Такой вот приятный момент, и на самом деле любители и ценители СПА не останутся равнодушными, это точно. Если говорить об отличительных чертах обоих этих отелей, то это, конечно же, потрясающее гольф-поле Монтгомери, которое создано совместно с ныне живущей легендой гольфа Колином Монтгомери, на котором неоднократно проводились гольф-турниры Turkish Open Airlines и потрясающий бассейн, в который вмонтированы у нас водные тренажеры Aqua Gym Gymnastic Макс Ройл Кемере. Ну и, конечно же, крытый бассейн с морской водой также здесь представлен. Для любителей и ценителей спорта у нас, я не могу назвать это спортзалом, у нас целые спортивные академии, которые представлены в обоих отелях. Здесь наши гости могут заниматься спортом как самостоятельно, так и с помощью профессиональных тренеров. Давайте поговорим с вами и о наших конгресс-центрах. Хочу также задать вопрос, кто-либо знает из вас, какая площадь конгресс-центра в отеле Макс Ройл Бирек общее. Возможно, вы бывали на наших презентациях и слышали, либо сами интересовались.
Ну что ж, правильного ответа, к сожалению, мы не нашли, но я вас обрадую. Дело в том, что общая площадь конгресс-центра в отеле Max Royal Belek составляет 10 тысяч метров квадратных. Да, вот появился правильный ответ. 10 тысяч метров квадратных. При этом эти конгресс-залы могут быть и объединены, и разделены. Но для тех, кто слышал о нашей церемонии награждения, эта лестница известна для них. Если нет, то приглашаем вас присоединиться. Дело в том, что ежегодно наши отели проводят, «Вояж» и «Макс Ройл» проводят церемонию награждения «Лучшие из лучших». Если вы продаете наши отели, вам достаточно получать рассылку, и в конце сезона мы направим письмо куда с анкетой, в которую вы можете вложить ваши продажи в течение года. По результатам представленных анкет мы высчитываем определенный коэффициент и определяются лучшие из лучших. Поэтому приглашаем вас присоединиться самым лучшим нашим агентством. В завершении своей презентации хочу сказать о том, что счастливые моменты отеля Max Royal западают в память нашим гостям, и их невозможно стереть. Мы всегда рады встрече с вами и с вашими гостями в наших отелях. А если вам необходимы будут какие-либо материалы о наших отелях, концепции отелей, фото-видеоматериалы, планы номеров и прочая информация, вы можете воспользоваться нашим официальным стоком. Он представлен на этом слайде в правом верхнем углу www.maxroyalstock.com. Логином будет служить Max Royal и в качестве пароля 123 Max Royal, так же, как изображено на этом слайде. Касательно моих контактов, если у вас есть какие-то частные вопросы, либо они появятся, всегда можете обращаться на мою почту bookmax1@maxroyal.com, которую также вы видите на этом слайде. И хочу сказать пару слов о наших акциях. Поскольку являюсь представителем обоих отельных сетей, и отелей «Вояж» и «Макс Ройл», скажу также и о специальном ценовом предложении, которое действует для отелей «Вояж». У нас сейчас до 15 августа действует специальное предложение для отеля «Вояж» Сургун. При размещении в стандартных номерах двое взрослых плюс двое детей, второй ребенок идет в подарок, можно сказать. И также ценовое предложение действует специальное для отелей «Вояж Белек», «Вояж Сургун» и «Вояж Йоль Турбекю». Это наш новый отель, который был приобретен в этом сезоне, в этом году. Ранее он назывался «Хилтон Турбекю». Находится он непосредственно на Эгейском побережье. И, возможно, вы слышали о наших планах по поводу этого отеля. Он называется «Вояжом» только в этом сезоне. По окончании этого сезона он будет полностью разрушен. В следующем году будет проходить у нас глобальная стройка этого отеля. И в 2023 году будет представлен новый отель Max Royal, который будет представлен на Эгейском побережье. Кроме того, у нас проходит также акция раннего бронирования на зимний период. Действует она для отелей «Вояж Белек» и Max Royal Belek, поскольку они работают круглогодично. Зимний у нас период начинается с 8 ноября, при бронировании с 8 ноября и позже действует специальная скидка раннего бронирования. На данный момент эта акция проходит до 31 августа. На этом у меня все. Сейчас буду рада ответить на ваши вопросы. Так, касательно ресторана «Альфредо Руссо», в каком отеле расположен? Ресторан «Гастробай Альфредо Руссо» представлен у нас в обоих отелях Max Royal. Скажите, что нового произошло, появилось в этом сезоне? Из основных фишек могу выделить тот факт, что у нас именно обновление спа произошло в отеле Max Royal Belek. То есть это именно теперь называется он Maxwell. Обновлены концепции, добавлены также разнообразные дополнительные массажи, техники, которые применяются, то есть именно аюрведическая медицина, специалист из Индии привезен, тоже этот факт могу отметить. Ну и в принципе, то есть из фишек, которые этого сезона появились, в том числе и коктейль Old Lazy тоже, который представлен именно в отеле Max Royal Кемер у нас в этом сезоне. То есть из основных моментов непосредственно это. Ну и от отеля «Вояж», то, что у нас был приобретен новый отель, который мы планируем сделать отелем Max Royal. Расскажите об индивидуальных трансферах, предоставляемых отелями.
Непосредственно в отеле Максрой в зависимости от категории номера у нас предоставляются трансферы, то есть это для привилегированных номеров и также King Suite могут быть предоставлены трансфер туда-обратно, в том числе для номеров в категории King Suite и также Альбатрос, Royal Beach Виллы, Owner Presidential, у нас предоставляется CIP, услуга CIP-терминала абсолютно бесплатно и на прилет, и на вылет. Ну а для гостей, которые выбрали для себя отдых в виллах Owner Presidential, предоставляется также и услуга трансфера на вертолете, но при проживании от 7 дней. И гости, которые отдыхают у нас в Макс Лагунах в отеле Макс Ройл Кемер, при проживании от 7 ночей трансфер туда-обратно у нас также предоставляется. Если вы желаете ознакомиться максимально подробно со всеми услугами отеля, у нас есть на нашем стоке официально полная концепция отеля. И Макс Ройл билет, и Макс Ройл Кемер, в том числе и планы номеров, также здесь представлены. У Макс Ройл Кемера даже немножко более подробная информация, в том числе и есть видео, то есть как будто бы вы входите непосредственно в номер и можете соприкоснуться, и, то есть почувствовать, как будто бы вы по факту в наших отелях находитесь, чтобы понять, может быть, презентовать вашим клиентам, то есть эту информацию, в том числе это возможно. Для каких категорий? Ну, вот как раз-таки вот в наших концепциях отеля все очень подробно расписано, то есть вплоть до того, что находится в номере, это будь то весы, наполнение макси-бара и так далее. То есть концепция отеля Max Royal Billet, который у нас находится в открытом доступе для агентств, составляет, сейчас вам скажу, чтобы не обмануть, 23 страницы, у отеля Max Royal Kemer 18 страниц, то есть абсолютно вся информация, которая возможна, но и на самом деле это не все. Помимо концепции, которая у нас есть в открытом доступе, хочу отметить тот факт, что мы стараемся сделать так, чтобы даже те гости, которые приезжают из года в год, все-таки продолжали удивляться. То есть есть какие-то фишки, которые мы не раскрываем, но тем не менее, все-таки они в наших отелях есть, и наши гости именно их ощущают на себе. Так, так, так. Следующий вопрос. Для взрослых туристов лучше Max Royal Кемер или Белек? Здесь зависит все именно от пожеланий ваших гостей. Все-таки возможности отдыха 18+, то есть именно и от пожеланий. На самом деле Max Royal Кемер, конечно же, подороже, то есть это чем Max Royal Белек, но тем не менее, то есть у Max Royal Белека максимально разнообразные возможности отдыха, то есть это и потрясающее спа, которое было обновлено, возможность игры в гольф. В принципе, это главные такие фишки, которые отличают этот отель. Но отель Max Royal Kemer – это гранд-бутик отель, то есть он значительно меньше. Здесь мы и отходим от концепции шведского стола, то есть здесь нет этой концепции, в том числе постоянно работающие рестораны а-ля карт, выразительные наши горные серны, которые в отеле Max Royal Kemer являются фактически символом, и наших гостей при въезде встречает даже монумент тем прекрасным горным серном, который находится на въезде в отель. И действительно, отличительные черты, то есть все-таки Max Royal Kemer, он более такой приватный. Здесь Max Royal Белеки, если гости хотят выбрать для себя отдых на виллах, то, допустим, виллы тоже защищены от человеческих глаз, то есть они находятся у нас на гольф-поле Монтгомери, но то есть отель сам по себе гораздо больше возможностей, то есть, я бы сказала, здесь побольше. Max Royal Kemer, он такой более приватный, но и относится тоже к гостям с соответствующим уровнем, поскольку у нас Max-ассистенты представлены и там, то есть уровень отдыха везде просто потрясающий. Далее, следующий ваш вопрос. Лазертег в каком отеле? Лазертег у нас представлен в обоих отелях. Пожалуйста, расскажите подробнее, чем отели отличаются друг от друга. Данный вопрос, ну, в принципе, как я говорила, гранд-бутик-отель, либо отель Max Royal Billet, который является по территории как половина княжества Монако. То есть, на самом деле, здесь разбег территории, в Max Royal Kemer все-таки все более такое камерное, я бы сказала. Уникальные пляжи, которые в Max Royal Kemer природные. Здесь мы в Max Royal Kemer идем именно по пути максимальной близости к природе. Все движется именно в этом направлении. Но Max Royal Billet, то есть
Допустим, попадая в этот отель, вы можете видеть и потрясающее звездное небо, которое в этом отеле фактически это Rolls-Royce среди отелей. Тоже очень приятная и такая черта, которая попадала неоднократно в инстаграмы наших гостей. Так, дальше, следующий вопрос. Black Diamond, это в Кемере? Да, совершенно верно. У нас пляж непосредственно... Ночной клуб Black Diamond представлен в Max Royal Кемере. По поводу шума вижу. По поводу шума, на самом деле, каких-то у нас нареканий не было из других отелей. Хотелось бы подробнее остановиться на номерах, когда была последняя реновация и так далее. Есть ли в спа-пакеты на несколько дней, что-то наподобие спа или спа-девичника. Но что касается спа, мы можем, я прошу вас направить запрос на мою почту, то есть мы сможем вам ответить более комплексно по поводу этого вопроса именно на почту, чтобы, исходя из пожеланий гостей, то есть это в зависимости от того, какое количество человек, определенные даты и так далее, в принципе, я думаю, невозможного нет, на самом деле это, как мы и говорили в начале, в наших отелях, в принципе, мы идем навстречу нашим гостям. Что касается номеров, то есть возможности размещения от сьютов у нас представлены, заканчивая виллами премиальными, то есть это Owner Presidential, максимальные категории размещения. Допустим, что касается сьютов, в принципе, и макси-бар для них есть, для привилегированных номеров дополнительные возможности отдыха, и в том числе услуги макс-протокол, которые у нас предоставляются. Ну, как я говорила, можно более подробно с ними ознакомиться непосредственно по нашей концепции, либо если у вас есть вопрос по какой-то определенной категории номера, пожалуйста, направьте мне запрос, ответим более детально, чтобы, исходя из вашего запроса, потому что возможностей размещения великое множество в наших отелях. Так, услуги батлера доступны для всех категорий номеров? Нет, услуги батлера у нас предоставляются для привилегированных вилл, то есть... Далее, такие как Альбатрос, Овнер Президеншал и виллы Royal Beach, и также Президеншал в отеле Max Royal Кемер. Как вечер проходит в отеле, что с дискотекой? Ну, касательно дискотеки, сейчас у нас каких-то ограничений нет, то есть дискотеки проходят в отелях именно, и шоу-программы, в том числе наши гости, которые непосредственно на территории Азуркорта, допустим, ужинают, в том числе во время своей трапезы могут лицезреть и вечерние шоу-программы. Открытые бассейны с подогревом в каких отелях есть? У нас в обоих отелях представлены открытые бассейны с подогревом. Их несколько, и взрослые, и детские. В том числе есть и открытые бассейны с морской водой. В том числе они у нас представлены в обоих отелях. Так, шоу, закрытые бассейны. Доступ на пляж с белым песком доступен для гостей всех категорий номеров. Начиная с прошлого сезона у нас именно в отеле Max Royal Кемер было принято решение убрать белый песок, скажу об этом, поскольку мы идем по направлению все-таки к натуральности, к природе, чтобы не вредить флоре и фауне, которая природная и для этого региона, все-таки было решение именно избавиться от белого песка, поскольку это было инородное, скажем так, привезенный песок. Трансфер на вертолете в Кемер на какие номера распространяется? Трансфер на вертолете предоставляется в Max Royal Кемере для виллы Presidential при проживании от 7 ночей бесплатно. В этом сезоне мы предоставляем только именно для вилл Owner и Presidential. Хочу обратить ваше внимание на тот момент, что трансфер на вертолете предоставляется только в дневные часы, то есть в случае, если вы именно днем прилетаете в соответствии с определенными нормативами. Так, по поводу номеров подробнее. Ну, что касается номеров, как я говорила, здесь именно исходя из вашего запроса. Допустим, уточните, какие именно номера вас интересуют. Допустим, у нас очень пользуются популярностью, в том числе и Макс Лагуны в Макс Кемере. То есть это есть они одна, Макс Лагуна одна спальня, две спальни, три спальни. То есть это отличаются семейные номера, Royal Residence Family, Garden View, Sea View, то есть это номера, которые состоят из нескольких номеров. Все очень зависит от отеля и от номера.
То есть, пожалуйста, именно что касается номеров, прошу все-таки направить запрос, потому что у нас их огромное множество, и в зависимости от категории номера, в том числе, могут быть применены и определенные привилегии. Так, про бодрум прослушали, когда ждать. Что касается Макс Рояль, который у нас будет представлен на Эгейском побережье, то есть он будет открыт, планируется открытие в 2023 году. Сейчас, то есть у нас он работает под брендом Voyage, называется Voyage Girl Turbicu. Там огромная территория, состоящая из материка и полуострова. По окончании этого сезона отель будет полностью разрушен, и на его месте в следующем году будет проводиться стройка, в 2023 году планируется открытие отеля, который будет представлен на Эгейском побережье под брендом Max Royal. Так, в день рождения туриста как поздравляют. Ну, что касается именно поздравлений, конечно же, у нас определенный алкогольный напиток, как в плане комплимента предлагается, если в том числе и поздравительный торт, если гости пожелают какие-то дополнительные возможности для того, чтобы поздравить, это решается именно на месте в отеле. Если у нас, в принципе, обычно у нас МАКС-ассистенты заблаговременно связываются с гостями, если это необходимо, если есть соответствующий запрос, именно примечание от вас о том, что просим вас связаться с гостем, допустим, для организации вот этого, если, допустим, день рождения в этот же день, к примеру, гости приезжают в 2 часа и хотят уже как-то провести свой день рождения именно в этот же день, более так необычно. То есть наши МАКС-ассистенты заботятся о том, чтобы гости остались довольны. Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли большой аквапарк Max Royal Кемер? Да, конечно, аквапарк дополнительно также представлен и в Max Royal Кемер, то есть, в принципе, и территория детского аквапарка, и взрослый аквапарк у нас в обоих отелях Max Royal представлен. Аквапарк Max Royal Белейки в декабре функционирует. Именно что касается функционирования бассейн, который находится на территории аквапарка в Max Белейки, он не подогревается, но, в принципе, в этот период он не... Он может функционировать в случае, если гости именно запрашивают, но именно бассейн там не подогревается. Когда обновление номеров Max Royal Белеки планируется? Туристы говорят, что номерной фонд подуставший уже. Что касается именно на данный момент, у нас нет конкретных дат, но тем не менее ежегодно у нас проводится не реновация, но косметический ремонт, то есть чтобы все наши номера выглядели достойным образом и соответствовали, то есть... каких-то конкретных дат пока еще не определены. Но, как я говорю, что ежегодно мы следим за тем, чтобы номера и окружение наших гостей все соответствовало бренду Max Royal. Расскажите о концертах. Именно концерты, если вы имеете в виду концерты звезд, обычно звезды в наших отелях планируют отдыхать, но... различные шоу-программы у нас проводятся. Если вы желаете, также в конце, прошу, направьте мне запрос на почту, я вам предоставлю контакты наших отелей, чтобы они вам ответили о этом вопросе. Именно есть ли какая-то шоу-программа на данный момент, допустим, с описанием. В том числе у нас обычно приезжает Тодес периодически в наши отели, в том числе проводят различные шоу-программы. Но конкретно в данный момент вам не могу подсказать. Прошу, направьте запрос на мою почту, вам отвечу, исходя из этого. Да-да, Макс, я все делал для туристов, для моих туристов лужайку перед номером подстригали для них. Да, действительно. Если у ваших гостей какие-то особые пожелания, допустим, конечно же, сейчас такое время, что у многих появляются разнообразные пищевые аллергии и прочее, мы заботимся о том, чтобы нашим гостям было максимально комфортно. Если это необходимо, то, конечно, в наших отелях могут быть предоставлены и все необходимые блюда и продукты и так далее в соответствии с пожеланием наших гостей. То есть и лужайку перед номером, в том числе подстричь, это, конечно, если это дополнительно запрашивают гости, конечно, это мы можем сделать. Какой номер выбрать, если нужен номер с двумя спальнями для двух человек, двумя раздельными санузлами, чтобы была приватная терраса? Ну, тут зависит от отеля. Очень хорошим вариантом может быть в том числе и Max Laguna, две спальни. Отличный вариант. Допустим, в Max Кемере. В Max Royal Белеки могут быть и Альбатрос, две спальни в том числе. Но это зависит именно от пожеланий гостей. Так, какая же цена услуги по протиранию очков на пляже? Совершенно бесплатно.
Вспомните периоды, когда вы находитесь на пляже, действительно, это вот, казалось бы, такая мелочь, но неприятно, когда ты на пляже, либо в масле, либо в креме для загара, вдруг ты касаешься очков, и мир становится затуманенным. Ну, чтобы нашим гостям было комфортно в любой обстановке, и на пляже в том числе, конечно же, охлаждающие полотенца, протирание очков. И, кстати, что касается макс-кемера, поскольку у нас есть горные серны, конечно же, они не могут пройти незаметно, поэтому, конечно же, у нас есть специальные сотрудники, которые делают травку максимально чистой, и чтобы гости не переживали за какие-то, скажем так, природные возможности. Итак, далее вход на пляж в Кемере пологий, плавный, песчано-галечный. Какой пляж в Белеке? Вход у нас получается в Кемере, в принципе, да, плавный, он песчано-галечный пляж. В Белеке, то есть у нас тоже песчаный пляж представлен, там чуть быстрее вход непосредственно, но тем не менее возможность входа из пирсов в том числе есть у гостей, если они желают. Как поздравлять молодоженов из годовщины на свадьбе? Касательно годовщины здесь необходимо будет также указать примечание в вашем ваучере, когда вы будете оформлять резервацию. Но для молодоженов у нас есть на самом деле целая концепция, представленная в обоих отелях. В отеле Максрел Кемер мы, допустим, встречаем наших гостей, у них специальные халаты, на которых вышиты их имена, и они гостям предоставляются также в подарок. В память о нашем отеле. Дополнительно с нашими гостями, в том числе заблаговременно, связываются наши макс-ассистенты, спрашивая, желают ли они организовать какие-либо сюрпризы для наших гостей. Есть, конечно же, и ряд дополнительных услуг, которые предоставляются платно, то есть в случае, если вдруг, конечно, гости хотят что-то необычное, то это будет за дополнительную стоимость. Ну, к примеру, такая услуга, как подготовка джакузи с лепестками цветов, роз, также с ароматными свечами, благовониями, это идет совершенно бесплатно. Ну и если, и в том числе предоставляются дополнительные скидки на спа в размере 20% на одно посещение услуги массажа и также скидки на посещение одного ресторана а-ля карт предоставляются. Так, далее. Ребенка до 5 лет поселят бесплатно на одну кровать со взрослыми. Ну, в принципе, у нас есть дополнительное спальное место, в том числе это софа, которая во всех даже стандартных, в обычных наших сьютах, не скажу, что в стандартных номерах, а именно в сьютах она есть. В принципе, в сьютах размещение 2 плюс 2, то есть даже двое деток могут быть размещены. Дополнительно может быть предоставлено спальное место, это будет евро-раскладушка. В принципе, тоже очень комфортно у нас в отелях Максрел. В Максрел Кемере питание только по а-ля карт. Ну, получается, да, таким образом, то есть здесь ресторан Азур 24, он работает по концепции а-ля карт, но предоставляет свои услуги совершенно бесплатно нашим гостям. Ну и в том числе улица ресторанов а-ля карт работает в Макс Кемере практически с самого утра и до позднего вечера, и тоже совершенно бесплатно. То есть здесь концепция, отход от концепции шведского стола, то есть гости, если желают, они могут выбрать какие-то закуски, салаты, в том числе у нас представлены сыры с витрины, то есть либо заказать по меню. Меню при этом у нас есть на планшетах, которые предлагаются гостям, либо также они могут пройти по специальному QR-коду, который стоит на каждом столе, и просмотреть меню, которое мы предлагаем в тот или иной час. Ну и плюс, конечно же, в обоих наших отелях предлагаются просто восхитительные деликатесы, такие как сыр дорблю, в том числе красная икра, в любое время дня и ночи. А если семья 2 плюс 3, 10 ребенок, бесплатно, какая категория номера? Да, совершенно верно, Royal Residence, либо Family Suite возможен для наших гостей при таком размещении. Скажите, пожалуйста, есть ли в детских клубах секции прикладного мастерства, гончарный, художественный или лего-конструирование, музыкальное, танцевальное и прочее. Да, конечно, у нас, что касается более такого созидательного отдыха для наших деток, в Макси-лендах представлены у нас возможности и художественных разнообразных
мероприятий, все организовано на высочайшем уровне. Если есть какие-то особые запросы, то, конечно, они тоже принимаются во внимание. Так, подскажите, какая марка шампанского входит в концепт питания? Что касается концепции, у нас их, как я говорила, разнообразие просто очень велико. В нашей концепции вот отеля, который представлен на официальном стоке, все подробно расписано, вплоть до марок алкоголя, которые предоставляются. Чтобы уточнить эту марку, вы можете в том числе проследовать на наш сток, потому что возможностей предоставляется не одна, а на выбор наших гостей. Ну, как я говорила, для привилегированных номеров, где также батлер встречает наших гостей, есть марки шампанского Дон Периньон и Кристалл Брют, которые для других гостей они идут за дополнительную стоимость, но для гостей привилегированных номеров они предоставляются в том числе и бесплатно. Да, запись будет. Отлично. Благодарю еще раз Annex Tour за организацию нашего сегодняшнего с вами вебинара. Всех вас за присутствие. Хорошего всем дня. И всем желаю отдыха в отелях Max Royal. До новых встреч. Всего доброго.